Такой он спокойный человек, не знаю, как-то вот он уже вроде у него отходит от этого мировоззрения, какой-то немножко вот ближе к нашему. А чем он увлекался до Египта и что? Ну, увлекался этим, Коран читает, угу. Он уже выучился. А я что-то про музыку слышал. А, он музыка, ударником занимался, да? Ударным, инструментом. А ну, потом, после Египта? А потом, после Египта, он книги читал. У него толстые-толстые книги такие, вот есть еще дома. На каком языке? На арабском. Он уже арабский язык выучил. Да. Угу. Письмо какое-то получилось, что насчет меня опять он отказывается. Что, отказывается? Да, он мне тоже письмо пишет и говорит, не надо мне адвоката, не надо мне это. Или заменить. Я говорю, не надо, сейчас я с ним должен поговорить конкретно, чтобы это... Такого не должно быть. Как последний раз вы его видели? Как он себя чувствует? Что рассказывает? Я его на встрече не был на свидании. А, не были на свидании. А те, кто был? А была тетя. И что? Что она рассказывает? Похудела, поправился. Я ее так лично по телефону только сказал. И все, больше ничего. Больше ничего. Она не смогла рассказать. Вот смотрите, его обвиняют в том, что его научили там взрывать, стрелять и всякое остальное. Вот и я знаю. А вы в курсе? Он умеет это? Нет, он какой? Учился, что ли? Он не стрелял, он ничего. Какой он? Он Кораном занимался. Учил, только учил. И все. Никаких это, таких... А военных действий? Нету военных действий. У него, он даже это... Не знаю, это... Даже автомат, наверное, он не держал. А сколько уже идет процесс? То есть в июне его задержали, с июня он уже находится, да, в СИЗО? Да, с июня его в СИЗО находится, вот адвокат борется, и не знаю, как вот будет дальше. А судебный процесс уже сколько идет? А? Судебный процесс уже сколько идет? Уже два раза, вот третий, что ли. Первый раз задержали, да, там не я не был. А, уже, все еще продление только, да? Уже продление. Сейчас материал тебе посудил. А, все, вот сейчас начинается, да, стартует? Да, да, да. Сейчас,